Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня очередная распаковка, очередные посылки с сайта Amazon. Здесь светодиодный прожектор на солнечной батарее. Давайте откроем и проверим его. Доставка курьерская до двери. Около 3 недель. Упаковано в картонную коробку. Вот еще одна коробка. Вернее, еще две коробки. Все надежно проложено. Как видите, утеплителем. Открываем это. Так, здесь у нас крепление. Можно закрепить в грунт. Крепления металлические. Так, солнечная панель с креплением. Кабель длиной 5 метров. Можно установить солнечную панель на улице, а сам прожектор где-то в помещении. Да, я установлю все на улице. Так, пульт дистанционного управления. Дальше мануал. Водонепроницаемость IP67, литий-ионная батарея на 4400 мАч. Мощность батареи 6,5 Вт. Инструкции на английском. И открыточка. Дальше у нас коробки еще крепления. Ну, вот здесь дюбеля различные. Болты. Саморезы. Короче, все для крепления. В этой коробке прожектор 3,7 вольта, 4 1400 мАч. Литий-ионная батарея здесь вставлена. Так, полное время зарядки 8 часов. Но зимой, естественно, будет заряжаться хуже. На полную зарядку наверняка не хватит. А летом все будет отлично. Стоит у меня таких несколько прожекторов. Работают отлично в летнее время. Так, а что же у нас еще в этой коробке? Сейчас мы посмотрим. Здесь еще один прожектор. Ага, вот такой огромный. Так, такая солнечная панель. Тоже длина кабелей 5 метров. Так, на 2 прожектора. Так. Ага, эти прожектора немножко помощнее. Ну, тоже литий-ионная батарея на 4400 мАч. Так же, как и здесь. Сейчас мы проверим. Все эти прожектора установим на место и посмотрим вечером, как будет освещать. Прожектора все с креплением. Так, ну получается, что два пульта немножко разных, потому что вот этот маленький светильник, прожектор RGB. Так, этот RGB прожектор подключил к солнечной панели. Ну, зарядки нету. Сейчас поближе к свету поднесу. Вон, пошла зарядка, как видите. Когда загорается красная лампочка, значит, идет зарядка. Таким же образом ставлю на зарядку. Подсоединяю к солнечной панели. Эти светильники, прожектора. Все, зарядка пошла. Светодиоды работают. Красные моргают, значит, идет зарядка. Так, пульт сейчас проверим, есть ли тут батарейки. Батарейки на месте. Надо только вытащить вот эту штуковину. Все, ну здесь кнопка включения. Включение. Так, регулировка освещенности. Авто. Здесь можем мы выставить авто и будет включаться. О, сразу действует на все светодиоды. О, на все лампы. Так, пульт универсальный, так сказать. Вот. В автоматическом режиме он будет включаться в темное время суток. А также мы можем выставить таймер на определенное время. От 3 до 8 часов. 3, 4, 5, 6, 7, 8 часов. Например, включили мы его в 9 часов вечера. Поставили на 4 часа. 4 часа. После 4 часов он отключится, и на следующие сутки в 9 часов вечера он включится тоже на 4 часа. Так, ну, кому как удобно. Кнопка включения, кнопка мод и
регулируем различные цвета. Так, друзья, установил светильники на место около хозяйственной пристройки к бане. Поставил солнечную панель. Вот таким образом закрепил, можно ее отрегулировать по солнцу. И вот два светильника. Один у одного входа и другой у другого входа. Сейчас мы их проверим, как они будут освещать. Вот. Также можно отрегулировать их по своему усмотрению. Но сейчас я включу, и тогда можно уже будет регулировать. Так, поставил на автомат. Ой, я не то пульт взял. Извиняюсь, РГБ. Сейчас у меня пульт. И попробую подрегулировать. Отлично. Освещает. Хорошо. Так, можно подрегулировать яркость. Вот. Меньше для экономии. И больше. Так. Также можно, как я уже говорил, выставить здесь таймер, на сколько часов, ну я поставлю на автомат. Пусть освещает автоматически. Так, сейчас включу. Светильник. Так, все, включил, работает. Можно сразу же изменить яркость. Так. И также я его вставляю на автомат. Вот яркость неполная на автомате. Можно увеличить, можно уменьшить. Пусть работает на автомате. Темное время суток. Конечно, сейчас зимой надолго хватать не будет. Если еще снегом засыпет солнечную панель, то тоже освещение будет не то. А так я скажу вам, друзья, освещает отлично. Темное время суток будет включаться, и можно подойти спокойно к сараю. Свет есть. Также установил РГБ светильник перед баней. Вот солнечная панель и светильник сам вот с этой стороны. Вот, сейчас я его включу и проверю, как он будет у нас работать. Вот так вот. Работает различными оттенками. Можно подсвечивать дом, участок и тому подобное. А самое главное, что работает не от электричества. Ну, друзья, ссылочки на эти светильники я вам оставлю в описании под видео. Может, кому-то они понадобятся. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго. До свидания. Удачи вам.